Всем привет, ребят. Ну что, просили вы показать вам еще Мэри с новым талантом Трупьети, Трупиздиети. Не знаю, как это назвать, но на родине я вам все показал, и пришло время к Мэри. Почему? Потому что у героя действительно такая же самая хрень. Она не получает урон, просто она не уходит в инвиз, она не получает урон 4,5 секунды, кулдаун 6,5 секунды, она уязвима. То есть, что у нас получается? После 4,5 герой у нас уже начинает получать люлей. Если он, конечно, изначально включится, она может и сначала получить люлей. Наш талант включается сразу же, да, если разобраться на 5-ю секунду. И дальше он действует, если его прокачать на максималку. Ну, его можно на максималку не качать, хватает 9 левела, поставил лукасик за слив, как обычно, 10 таланта, поехали дальше, качаем, качаем, качаем. Качали мы восьмерка, а, даже восьмерка, подождите, 1,5 секунды, все-таки девятка. Качали мы 9 талант, поехали, смотрим. Какие есть нюансы, сразу говорю. Герой еще раз, она и так топовый дамагер, она еще раз дополнительно будет наносить урон. 215% пробивает там броню и прочую срань. Но это все фигня. Поехали тестировать. Ставим на нее, давайте, ПДшку. Мы ее тестируем с ПДшкой. Ну, здесь у нас стоит для отражения... Я бы, наверное, сюда обряд лечения поставил. Ну, пока пусть будет. У нас обряда лишнего нету. Чек, ну и саски у меня нету. Короче, бомжи аккаунт. 49 тысяч коробок, но лень что-то ролит. Так, окей. Смотрим. Смотрим внимательно, интересно. Вот наш зефир, наша цель. Такс. Ну, что у нас получается? У нас получается следующее. Она сливается. Довольно-таки неплохо, как видите. Как ни странно, это не Ронин. Ронин уходит в инвиз. И когда он выходит с инвиза, он как раз получает эту плюху. Она же получает урон, получается. Так, хорошо, попробуем... поиграться. Потом с эмблемой. Ну, мне просто интересно разные вариации. Надо, чтобы она включилась. Так, все, вроде она включилась. Миссы пошли. Нули пошли. Вот она получает этот хил. И потом прилетает плюха 1.2, и ее нафиг сливает. Ну, такое, такое. Не особо, честно скажу. Давайте другой вариант тогда. Тестируем. Обратно же ставим сюда ОЗ-шку. То есть мы не берем то, что она много дамажит. Как видите, на ней особо не заходит. Так, наш Ронин. Да, оттуда будет победный все-таки убрать. Ну, он отражение дает, понижает немножко, но, наверное, лучше она будет в сборке с СС-кой. Ладно. Это мы тоже потестируем, думаю. Ну, интересно. Мэри на Мэри. Так, там у нас стрелок еще дамажит. Вот она начала получать урон. Не дают ей зарядиться. Пошли нули. Я не вижу отхила. Она не включается. Видите, стрелок забирает энергию. Наша Мэри просто сосет лапку. Ну, держится, держится вроде. Ну, такое, видите. Разница уже есть, конечно, но... не очень. Честно. Так, поехали дальше. Для этого мы делаем такие сборки, для того, чтобы это потестировать. Так, голубь улетел нахрен. Поехали к Зефиру.
Давай, бейба. Покажи нам. Либо класс. Ну, Зефир, как видите, вот эта тема с отражалкой. А, так, ну-ну. Дальше что? Начала проседать. А у нее дамага в такой сборке, по сути, нет. Вот я не знаю, каким образом тут атака работает на этом таланте, но я не вижу ее. Сквозь броню, там, 200%, это реально хрень. Может, обычный удар там? Ну, что-то такое себе. Нехти, как по мне. Нули есть. Пробивается, дальше идет отхил. Ну, то есть, такого своего рода не уяс немножко. Не знаю насчет этого. Мы сейчас делаем еще другую сборку, ребят. Вот пошел отхил. Может, интересно, но видите, здесь есть такой тайминг, когда она реально очень проседает. Как-то странно. Ронин такой же сборки намного лучше смотрится. Ну, вроде и держится. Ну, 50 на 50. Вот где нули, это ее скилл сработал. Потом... Ну, вот видите, есть разрыв, когда оно совпадает. Миссы пошли. Ну, и она не дамажит. Мы сделаем сейчас другую сборку, ребят. Мы сейчас сделаем мега-имба-сборку. А, мы тестируем этот талант. Плюс. У нас есть разные варианты, конечно. А, так, где там? Плюс ожог. Он дает 80% на невосприимчивость. Вот это тоже будет довольно-таки интересно. Возможно, он нас в некоторых случаях подстрахует. Еще бы я сюда, наверное, обряд лечения все-таки поставил. Для увеличения жизни. Ну вот, немножко просело до половины. Смотрим дальше. Да, надо ставить, наверное, обряд лечения. Ну тогда она не атакующего плана получается. Ну, немножко разобрала, почти. Почти. Кого-то там под дерево слило именно тавра. Хорошо. Вот видите, он на атаку вообще этот талант, ну, никуда не годится. Так, друга пусть у нас будет. Давайте попробуем сейчас сюда. Вместо вот этой срани. Что-то выролить получше. Так, обряд лечения. Попробуем даже с пятым обрядом лечения. Так, а что у нас там, я не помню, в каких-то сумках у нас есть. Сумок толком нету. Суперсилы у нас хватает, но нафига суперсила. Ладно, поехали дальше. Поехали делать. Ну, она не так меня впечатляет, как Ронин. Так, тут у нас уже обряд лечения есть, но видите, недомогание не дает нам хилиться толком. Но с ожогом смотрится довольно-таки она внушительно. Смотрелось. В общем, такое себе, честно. Честно скажу, нехти, не нравятся они. При том, что у нее нормальное уклонение. То есть у нее уклонения хватает, ее просто шатает. Давайте попробуем другую сборку. Уберем нафиг Дрогу. И поставим Тинчика. То есть у нас отражалки в данном случае нет. Зефир, если будет
нас пробивать, будет пробивать хорошо, но и мы, в принципе, с хорошими уклонениями, что у нас получается. Пятнадцать тысяч уклонений. Если брать на подземке такой вариант будет классный, если мы зайдем кошмарка, а вот на PvP локации, мне кажется, она не зайдет. Марку называется, зашел, блин, первую. Ну вот видите, за счет уклонения ей пофиг. Но даже у нас тут не включается, по сути. Может включиться хоть раз. Наверное, если она включится, она сольется. Сразу как бух-тух и все. Все скажут до свидания, отхилилась на фул. Знаете, что здесь может хорошо сейчас заходить? Ну, чтобы нахилилась ССК-то, так как она будет увеличивать там отхил. Ну, видите, она на месте здесь стоит. Короче, такое себе, честно, она мне в этом таланте что-то не особо нравится. Сейчас посмотрю еще по другим вариантам, но сливается она очень жестко. Ну вот, когда у вас есть супер питомец, мне кажется, у вас без разницы, какая не была бы сборка, вы будете неубиваемы с нормальным уклонением. То есть тут уже попадать по нас не будут, но в этой сборке дамага ни хрена нету. А, все равно слили. Короче, это не Ронин, ребят. Вот вам разница. Ронин в этой сборке и она, это небо и земля. Вот просто реально, если брать по локации, ну, для нее это не заходит. Не знаю, почему так. Ну, вот вам практика, вот вам результат, просили, показал. Говнецо как бы. Немножко, но не то. Даже с огненкой, мне кажется, она не настолько будет имбовая, как неубиваемая, как Ронин. Посмотрим сейчас. Вот видите, проседает слили. Просто сливается, даже при том, что на ней уклонение дохренище. Просто сливу. Вот. Поэтому даже не думайте это качать. Я вам показал, что ОЗ-шка плюс ПД-шка, ну и конечно же ПП-шка на ПВП-локации, такая довольно неплохая тема для нее. Остальное все что-то не заходит. Видите, здесь реально что-то не так. Не знаю, почему у Ронина, но здесь кулдаун вроде такой же, 4,5-6, но не заходит. Хорошо получают отражалку. Посмотрите, как они сливаются на УЗ-шке. Вот УЗ-шка реально круто на ней смотрится. Просто сказала до свидания. До свидос. Может, Зашка плюс новый талант будет нормально. Плюс, ну тут уклонение столько, что просто нереально. Ну, видите, Фрей эти улетели просто из-за того, что мы поставили ОЗ. А давайте вернем, поставим обычного кого-то, не мега имбового супер питомца.
такая у нас больше не бьет. Ну, видите, проседает, причем конкретно. Ронина спасает реально его инвиз. Вот инвиз его спасает. Ну, а здесь просто неуязвимость, это совсем другая тема. И как-то странно она работает. Совсем не так, как мы хотели бы этого. Что типа герой неубиваемый. Ну, как-то, ну, непонятно. В общем, для меня это все происходит непонятно. Конечно, это тест одного героя на один герой как бы в поле не воин, но Ронин показал, что он держит дамаг просто нереально за счет этого. Она же, как видите, к сожалению. Еще есть, кстати, у нас, давайте попробуем психощит. Как вариант, а почему бы и нет. Но он будет у нас, наверное, срабатывать даже при этом. Она будет, когда она будет неуязвима. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас подойдет ближе к герою. Да, они его снимают. Ну, все. Ее нет просто. Просто нету. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Как видите, тест показал, что Мэри такой сборки не тащит. Пишите комменты, пишите, что вы хотите еще видеть по поводу обновления, что показать. Всем удачи. Прожали лайк. Всем пока.